Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Pyrofox. Сегодня мы с вами будем получать оксид хрома из пасты Гои. Да, вот у меня вот тут пару небольших кусочков. Итак, собственно, сама паста Гои. Какая-нибудь емкость. Я вот взял мою любимую банку. Итак, пересыпаем туда пасту Гои. Сейчас желательно одеть перчатки, так как я буду работать с растворителем. Нам понадобится либо растворитель, вот я использую 646, либо ацетон. Так, я одел перчатки. Давайте я еще одену маску, чтобы не дышать парами растворителя. Итак, берем растворитель и заливаем его вот сюда. Я не буду заливать весь, так как растворю то, что получится, и потом в фильтре еще промою небольшим количеством растворителя. Итак, теперь стараемся растворить, дорогие друзья. Желательно, дорогие друзья, обязательно одевать перчатки. Слава богу, что я одела резиновые перчатки. Их-то не разъела. А тут, значит, у меня лопнула банка. Я вот взял мою любимую банку, потому что я хотел ложкой раздавить куски пополам, чтобы было более быстрое растворение, но получилось как-то так вот. Перестарался. Ладно, перельем в другую банку. Мы теперь дальше растворяем. Пипец. Ну ладно, банку на утилизацию. Но я продолжаю растворять пасту Гои в растворителе. Итак, дорогие друзья, я растворил все куски пасты Гои в нашем растворителе. Так, давайте я уже сразу тут подготовил фильтр. Да, это у меня стаканчик и газета. Я надеюсь, газета не разъест. Но если все-таки разъест, значит, придется мне фильтровать через что-то другое, например, ткань. Желательно не синтетическая. Так, думаю, сюда все поместится, поэтому сюда все вылил. Да, фильтрация началась. Вот, сейчас у нас с вами, значит, останется осадок в газете. Вот, в нашем газетном фильтре. А все остальное, значит, перейдет туда, в раствор. Так, давайте дождемся полной фильтрации. Итак, дорогие друзья, осталось, значит, на ночь я профильтровываться раствор, промыл его растворителем, нашел все-таки немножко. Итак, теперь вытаскиваем наш фильтр. Итак, значит, вот теперь то, что осталось в фильтре, это у нас с вами оксид хрома. Его нужно высушить, и я вернусь, когда все высохнет. Итак, дорогие друзья, прошло достаточно времени, и оксид хрома высох. Вот он такой вот достаточно крупный. Вот. Ну вот, если его измельчить, то получится порошок. Вот, оксид хрома. Вот такой вот видеоролик получился. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новых видеороликов. Ну а с вами был Pyrofox. Всем удачи, всем пока-пока.